Побороться за лидерство готовятся участники первенства Щелковского района по мини-футболу среди мужских команд. Всего в турнире играют 44 команды. Они поделены на 4 группы. В выходные в универсальном спорткомплексе Подмосковья коллективы групп А и Б провели встречи 12-го тура. В группе В были сыграны матчи 13-го тура. Высший дивизион районного первенства порадовал болельщиков сразу тремя интересными противостояниями. В первом футболисты «Медвежьих озер» едва не преподнесли сенсацию. На протяжении большей части игры они вели у центра со счетом 2-1. Однако в упорной концовке действующие чемпионы проявили характер и вырвали победу 4-2. Не получилось острой борьбы в некогда принципиальном районном противостоянии «Каскада» и ЦПК. На этот раз сильнее были «Космонавты» 7-4. А вот открытие нынешнего сезона и гроза лидеров, команда «Полет» потрепала нервы юным динамовцам. Пусть подопечные Владимира Пленкина и проиграли 2-4, они вновь оставили приятное впечатление о своей игре. В других матчах футбольный клуб «Монина» разгромил «Восход» 12-2, а «Мапкит» не оставил шансов инициативе 10-3. В турнирной таблице по-прежнему лидирует центр и дюз Щелково «Динамо» по 30 очков. На третьей позиции с отставанием в 4 очка идет «Мапкит». В группе «Б» состоялись два поединка за 6 очков. Лидер МФК «Щелково» со счетом 1-0 переиграл своего ближайшего преследователя, команду «Лайт Телеком», и оторвался от нее на 7 очков. Команда «ЦПК-2» нанесла поражение «Гребнево» 4-0 и переместилась на чистое второе место. Продолжает победное шествие и «Сенегал ЖДВ». На этой неделе футболисты Евгения Нохрина огорчили «Чикаго» 10-0 и спортклуб «Литвинова» 4-1, благодаря чему вплотную приблизились к тройке лидеров. Важную победу в отчетном туре одержал и футбольный клуб «Бобры». Ребята из Фрязино со счетом 4-2 взяли верх над прямым конкурентом в борьбе за выживание – командой «Чикаго» и переместились на 8-е место. А «Штурмовик», в свою очередь, взял очередные 3 очка в матче со «Стефой» 6-3. После матча 12-го тура тройка призеров выглядит следующим образом. Команда «Щелково» 29 очков, «ЦПК-2» 27 очков и «Лайт Телеком» 22 очка. В группе «В» торпедовцы после победы над «Броварией» сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице. На втором месте «Бухара» 28 очков, а на третью позицию поднялась команда «Медвежьи озера» 2 – 25 очков, одна игра в запасе, демонстрирующая в последнее время отменную физическую форму и высокие результаты.